Друзья, а теперь перейдем к чему? К подаркам и призам, которые у нас есть. Чурчел и Сациви нет, но билеты в театр. К сожалению. Давайте, друзья, конечно же, это Иркутский областной художественный музей имени Сукачева. И приглашает он... Ой, это Ксения Волокжина? Давай я. Это началось. Волокжина. Да, Ксения, спасибо вам за то, за комментарии ВКонтакте. Едем дальше. Художественный кинотеатр получает билет Светлана. 4399, последние цифры ее номера. Показывайте. Музыкальный театр имени Загурского приглашает Наталью Полоян. Наталья, спасибо за комментарии ВКонтакте. Едем дальше. Далее. 5 вечеров с губернаторским оркестром в филармонии. Концерт состоится уже совсем скоро, а пойдет на него Елена, 94-94. Батаева? Нет, кинотеатр «Чайка». Виктория Мирошник. Мирошник Виктория, спасибо вам большое за ваши комментарии. И вообще всем телезрителям. Мы вас так сильно любим. Вот это честное слово от души. Я бы вас всех душевно. Вот отсюда и сюда, вот к нам. Друзья, всем спасибо большое за то, что вели с нами эту программу, за то, что участвовали в ней, за то, что каждое утро просыпаетесь в 7 часов утра только для того, чтобы включить заветную 13-ю кнопку и посмотреть программу «Утренний коктейль». С вами были мы. До новых встреч в эфире, до новых встреч в экране. Всем пока, хорошего дня и отличного настроения. Спасибо, Аркаша.